кому возопию, владычице? Кому прибегну в горести моей? Аще не к тебе, царица небесная. Кто плач мой и воздыхание мое приимет? Аще не ты, пренепорочная, надежда христиан и прибежище нам грешным. Кто паче тебе в напастях защитит? Услыши убостинание мое и преклони ухо твое ко мне, владычице, мати, Бога моего, и не презри меня требующего твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, царица небесная, не отступи от меня раба твоего, владычице, за роптание мое, но буди мне мати и заступница. Вручаю себе милостивому покрову твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни, доплачуйся о грехах моих. Кому, бо прибегну, повинны ас, аще не к тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждой на неизреченную милость твою и щедроты твоя окреляем. О, владычице, царице небесная, ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя преблагая и скорая заступнице, покры твоим ходатайством моя прегрешения, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, мати Господа моего Творца! Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление, и Твоим причудным заступлением, да избавлюся от всякой беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мать Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. Аминь.